Хотя Польша и Венгрия заблокировали предложенную на саммите в Гранаде декларацию о подготовке пакта о миграции, это еще не значит, что новая миграционная политика ЕС не будет принята. Хозяин провальной встречи, премьер-министр Испании Педро Санчес, подчеркнул, что она носила неформальный характер, а президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что польско-венгерский демарш не способен заблокировать решение квалифицированного большинства. Au niveau des ministres, mais qui n'est pas de nature à bloquer une décision qui relève de la majorité qualifiée et qui, je crois, est très pondérée et qui ensuite également est de nature à, si on se dit les choses, permettre d'avancer de manière très concrète. Обсуждение других важных тем также не увенчалось успехом. Лидеры стран ЕС отказались установить 2030 год как целевую дату вступления Украины в блок, как это предлагал Шарль Мишель. Проблему Нагорного Карабаха не удалось обсудить из-за отсутствия на встрече лидеров Азербайджана и Турции, а Косово, потому что Белград и Приштина, хоть и присутствовали на саммите, отказались сесть за один стол переговоров.